Алиса, следующую. Где-то столько вопросов. Не устала отвечать? Нет. Мне стало скучно, поэтому я вышла в эфир, чтобы пообщаться. Именно меня бесит, когда про эту замужество несчастность спрашивают. И нацию. Пусть выходит просто. Не нужны мне, реально. Да, кстати, не в блоке. Добрый вечер, топ-3 любимых. Так, сейчас. Тут каждый замуж забрать хочет, в натуре. Топ-3 любимых книги. Не знаю. Я живу в Омате. Ты не хочешь в нас увидеть? Да нет, дело не в этом. Без проблем, 200 раз повторила, пусть ты устала повторять одно. Ну вот пусть девочки отвечают за меня. Не потянут. Ну да. Ты что тут забыла? Ты как красиво, спасибо. Я думала, ты девочка. Поэтому с такой добротой сказал. А у сестра скромнее быть. Удали себе тикток. Ты туда попал. Не, нос на самом деле очень приятный. Алмата. Казахстан, Алмата. Опережаю уже вопросы. Нет, у меня нет ни мужчины, ни парня, никого и не было. Что еще? Замуж не собираюсь. Ни в 18,5, ни в 19, ни в 20. Спасибо за подарки. Ой, спасибо, спасибо. Ты своими комментариями распространяешь этот эфир, лучше не пиши никто. Мне уже 70 человек. Мне 18. Знакомим. Познаком. Зырт. Привет, Бетки, привет. Тучанка. Где Ола, я казуна. 20? Что 20? Откуда вы, Салма? Я Салма, ты. Спасибо, спасибо, вы тоже. Спасибо за подарки. Саша, пишет Тоника. Алейкум ассалам.
не очень. Это не нравится. Спасибо за подарки, я не увидела, почему-то здесь. Я не вижу, как я отвлекаюсь на какие-то мелочи. Спасибо за розы. Как с тобой познакомились? На эфире. Что в ТТ? А, да, эфир, да, красиво. Потому что ты болтаешь на английском и типа TikTok, потому что у тебя... Да, да, спасибо. Мелиска, спасибо, мой любимый. Я мои родички. Спасибо, мне три человека стоит на скинуть. Чё приятно, спасибо. Чё за бродяга? Hello. Я бы тебе настоящую подарил. Не спасибо. Спасибо, спасибо. Ужас. Один раз Тиме на эфире закинули очень много крон, чтобы весь на меня 100 или сколько, и у него весь эфир был в анимации. Начал подарками соревноваться. Спасибо, мне очень приятно, ребят. Не стоило. Закрывай. Откуда я сам, а ты? Да. Да, меня зовут Мелисса, у меня наверху написано. Могу вечером твою связь закрыть. Да, не надо. Я ее по приколу поставила. Мелисса, спасибо. Давайте пообщаемся. Только не насчет нации и насчет замужества. И не насчет Махра, пожалуйста. Греческое имя. А не слабо, без того, что не типа, что один кепот или что-то такое. Спасибо всем за подарок. Не знаю, сколько теперь.